В эфире Петровка 38, в студии Михаил Шептун. Здравствуйте. Сотрудники столичного уголовного розыска задержали подозреваемого в серии крупных краж через интернет. Только у одного из потерпевших с банковских карт исчезли сотни тысяч рублей. Выйти на злоумышленника сыщикам удалось благодаря совместной работе со службой безопасности банка. Молодой человек перевел со счетов своей жертвы 600 тысяч рублей. За что задержан? Не знаю. Задержанный ранее не был судим, но к 26 годам хорошо научился взламывать чужие смартфоны. Незадолго до пропажи денег со счетов у потерпевшего как раз похитили мобильный. Полицейские выяснили, что к краже причастны подельники задержанного. Полицейские установили, что подозреваемый, находясь в сговоре с лицами, совершавшими кражи мобильных телефонов, проводил технические операции с похищенными мобильными устройствами и, подключаясь к мобильному банку, похищал денежные средства с чужих банковских счетов. Следователи полагают, что это далеко не единственный эпизод в деятельности подозреваемого. При обыске стражи порядка изъяли целую коллекцию кредиток, сим-карты и мобильных телефонов. Молодому человеку уже предъявлено обвинение в краже. Его сообщников разыскивают.